Медведев прокомментировал выборы в новых регионах России. Как йога помогает сохранить здоровье мозга и чем полезна кетодиета – главные новости сегодня. Убийца фур – беспилотная рельсовая платформа выходит на испытания. Лопасти старых ветряков переработают в присадки, улучшающие свойства бетона. Машины Chery оказались самыми качественными. Поправка – самыми качественными среди китайских машин. Луна-25 могла разбиться из-за неисправности полностью российского прибора BioCell, который не тестировали в космосе. АвтоВАЗ считает африканский рынок одним из ключевых и планирует наращивать поставки Лада в страны СНГ. В Питере 248 человек отравилось едой из доставки. В пище была кишечная инфекция. Байден отпустил неудачную и циничную штуку во время выступления во Вьетнаме. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!